когда мы первый раз стали обсуждать идею этого балета, мы сразу стали много говорить про искусство того времени, про конструктивизм, про Малевича, который, как нам кажется, изобрел пиксель, универсальную форму, которая может формировать все, что угодно. Нам сегодня уже привычно видеть изображение, состоящее из пикселей, а это было настоящее открытие, модульная система. Из этих модулей и стали складываться наши миры, декорации, дома, улицы, а потом также разрушаться. Я поначалу думал, что будет, наверное, менее эмоционально, пока я сам не приложил эту эмоцию, в общем-то. Вот. Но вот сегодня утром у нас был прогон, и я понял, что, в общем-то, опустошает. Хотя, казалось бы, не так много текста, где можно себя проявить в этом. Там всего несколько небольших монологов, остальные куски, они, в общем-то, общие, да, идут вместе со всеми. Но при всем при этом забирает много сил. Когда мы рассуждаем о Блоке, мы часто думаем о чем-то историческом, древнем. А он, наоборот, писал о будущем, о мире будущего, который сметает мир прошлого. И вот эта очень важная параллель между прошлым и будущим была важной для нас частью, когда мы все придумывали. Также очень хотелось перевести это произведение на современный язык, показать современному зрителю, что это может быть про них в том числе, да, как один мир рушится, другой появляется, и все это может у вас быть на экране телефона. Надо по часовой, да? А сильно бахни, Гриш, сильно бахни по нему. Вот это нормально? Да. Сильно. Нет, так не годится. Музыка сложная, ничего не могу сказать. И мы много разбирали ее, по счету разбирали, потому что ориентиры — это либо счет, либо это какой-то музыкальный инструмент, который мы слышим, ориентируемся на него, начинаем делать ту или иную комбинацию. Вот. Но, опять же, все это для нас не ново, в общем-то, да, если взять того же самого Стравинского, вот, то все мы привыкли уже, там, 4, 8, 15. Переворачиваем стеклянный куб вперед. Ага. Ставим центральный два куба так, чтобы вы могли пройти. Создавая вот эту эстетику будущей формы, мы использовали не digital формат, а очень простой, печатный. Брали его с плакатов, поэтому наши герои, они как будто напечатаны на принтере, на плакате, и поэтому у них их тела, их объемные изображения, они достаточно плоские, и из этого формируется их рисунок. Мы не брали впрямую плакаты до задних годов, но мы брали техники, которые мы тогда печатались. Это прямая печать, которая оставляет свои интересные следы, иногда разводы, и рвется, и вот эти трещины или разводы мы также сохранили в костюмах.